Добрый день. Сегодня мы проводим вскрытие коробки с iPhone 5 объемом 64 гигабайта, приобретенным в замечательной стране, обзываемой в простонародье Канадой. Первый этап. Естественно, вскрываем пленочку аккуратненько, ножом, любя себя в первую очередь. Пожалуй, это самый главный этап. Любить себя. Безусловно. Безусловно. Да, трепанацию производят, я не представился, Андрей и Дмитрий. Да, там еще ходит Никита, но он трепанацию проводить пока не будет, в силу того, что ему всего-навсего полтора года. Он будет трепарировать динозавра. Его мы тоже показывать не будем, дабы не травмировать вашу психику, дорогие зрители. Итак, пленочка вскрыта. Волнительный момент. Пытаемся вытрясти из него... там утряхается, но не очень. Ну, ребята на Foxcom потрудились на славу, запаковали очень предметно. Да, кстати, коллеги и друзья, коробка такая же, как была на iPhone 4 и его прародители, точнее говоря, последователи iPhone 4s, такая же компактная, удобная, ну и, собственно говоря, сам замечательный наш аппарат. Наносим, лоток под наносим. Ага. Латинки USB разъем. Внизу оказался у нас разъем под наушники. 3,5. Да, один динамик, один микрофончик. Микрофон еще сверху расположен так же, как и камера. FaceTime-овская. И сзади камера. Это узнаваемый всеми знак груши. Погрызно червяком. Первая версия iPhone, если кто не понял. Да. iPhone 2G. Так, далее. Волшебная пластиковая крышечка, в которую можно вложить всякое. Наушники. О, те самые волшебные наушники. Те самые. На которые Apple понадобилось энное количество лет или тысячелетий для создания уникального дизайна. Не один десяток лет понадобился, чтобы создать этот дизайн. Дизайн. Наушники, коробочка отдельная, что характерно. Это отличие от предыдущего, от предыдущих девайсов. Ну, только из-за этого мы покупаем iPhone 5 на самом деле. Да, из-за коробочки. О. На дизайн вот этого адаптера питания потребовалось тоже не один десяток лет. Особенно характерен эти дырочки в дизайне. Ну и вот эта дырочка. Наверное, это USB, я не знаю. Короче, это разработка секретной компании Apple. Если вас что-то не устраивает, подавайте на нас в суд. Так, Дима? Вот он, латенький USB кабель волшебный, который, наверное, даже подойдет сюда. Давайте-ка проверим. О, ву, нет, не подошел первый раз. Второй раз подошел. Нет, вещь, конечно, уникальная. Можно будет так и эдак тыкать. Попробуй другой стороны. После этого он включился сам. Попробуем с другой стороны его включить. И, о чудо, он тоже подошел. Скорее всего, это заводской брак. По всей видимости, да. Китайцы на Foxcom с ума сошли. Далее давайте посмотрим, что у нас идет в комплекте. Такая вот коробочка с волшебной скрепкой. Скрипкой. Страдивари, да, как минимум. Ну, дальше краткий и подробный Quick manual, quick guide. Вот это вот нужно обязательно налепить. На затылок, что все знали, да? Ну, скромно промолчим, куда налепить, но обязательно надо налепить. Ну, собственно говоря, можно посмотреть. iPhone даже включился. А, пупеть, а! Вау! Чудо! Чудо китаёзовской техники, а! Подделка наша заработала. Ну, на самом деле смотрится очень классно. В руке лежит хорошо. Палец большой, мой, по крайней мере, достает досюду. Ну, твой палец куда угодно достает. У нас, кстати, вот в России оператор NoSIM есть, если кому неизвестно. Здесь как раз сим-карта его и вставлена. Дима, что еще в коробке осталось у нас? В коробке у нас еще осталось... Все, в коробке у нас больше ничего не осталось. Итого, в коробочке мы имеем наушники, адаптер, шнурок, сам телефон, подробный мануал. Покупайте через интернет, дешево и сердито. Используя замечательный сайт куплю-интернет.ру. Спасибо. Всем удачного дня, всего доброго. Мы с вами. Чмоки-чмоки.